Здравствуйте. Вы думаете, я просто пью кофе? Нет. Я предпочитаю всегда совмещать приятное с полезным, особенно если дело касается еды. Вот сейчас, например, я тренирую свою сердечную мышцу. Сомневаетесь? Давайте разбираться. Сенсационное открытие американских ученых. Кофе – лучший тренажер для сердца. Правда, чтобы его натренировать, нужно выпивать от 3 до 5 чашек кофе в день. А как же предупреждение кардиологов о том, что этот напиток приводит к тахикардии и аритмии? Кто прав и как напитки, которые мы пьем каждый день, влияют на наше здоровье? Узнаем сегодня. Бодрящие напитки. Это как взять кредит в банке. То есть рубль взял, 5 отдай. За что мы их любим? Их действие похоже, да, только у наркотика этот эффект сильнее. На что они влияют? Кофеин оказывает действие на выработку гормонов определенных. Это кортизол, это адреналин, это норадреналин. Могут ли навредить? Я померила температуру, оказалось, что у меня 40. И сколько нам их нужно для счастья? Так, что, если здесь никому меня не жалко? Я продолжаю эксперимент. Четверть своей жизни человек тратит на добычу, приготовление и прием пищи. Но как в реальности влияет на нас еда? Какие болезни вызывает, от каких избавляет? И зачем нужно считать калории, сводить баланс жиров и углеводов? Самые типичные заблуждения, самые распространенные мифы и громкие открытия. Еда – все, что вы хотели узнать о ней, но боялись спросить у врача. Кофе и чай – любимые напитки миллионов. Именно с них мы предпочитаем начинать свой день. А все потому, что они бодрят и тонизируют. Из-за чего это происходит? По легенде, бодрящие свойства кофе были открыты эфиопским пастухом. Он заметил, что его козы наелись темно-красных плодов кофейного дерева и перестали спать ночью. Этим эффектом кофе обязан кофеину, чью химическую формулу вывели еще в 19 веке. А вот споры о его влиянии на человеческий организм не утихают до сих пор. Основное действующее вещество кофе и зеленого чая – кофеин. Сильнейший психостимулятор. При накоплении усталости мозг выделяет гормон аденозин. Он вызывает сонливость, затормаживая активность нервных клеток. Кофеин по своей структуре очень схож с аденозином и, попадая в организм, замещает собой это усыпляющее вещество. В результате центральная нервная система не успокаивается, а продолжает стимулироваться. Кофеин, теобрамин, кохвиол, кохистол – это то, что защищает наш организм от старения. Кофеин – это вещество, которое стимулирует мозговую деятельность, повышает концентрацию внимания, создает ощущение благополучия, способствует выбросу дофамина – это такой нейромедиатор хорошего настроения. И, в принципе, позитивный эффект – это как раз вот бодрость, активность. Однако на самом деле кофе не снимает усталость, а лишь маскирует ее симптомы. Кофеин повышает содержание сахара в крови, частоту сердцебиений, силу сердечного выброса и кровяного давления. Человек чувствует себя бодрее, однако организм изнурен. Сердце бьется все быстрее из последних сил. И как результат – тахикардия, аритмия и даже инфаркт. И здесь очень тонкая грань, нужно ли тонизировать собственный организм, понимаете? Если человек ленив, да, и небольшая доза там кофеина, она может обладать позитивным действием. Но если это уже хроническая усталость, это приводит еще к более быстрому наступлению хронического истощения. Недавно в США произошла трагедия. 16-летний подросток упал замертво, выпив чашку кофе. Медики выяснили, в течение 2 последних часов жизни молодой человек подбадривал себя кофеиносодержащими напитками. Газировка, энергетик, стакан латте. Критической для организма оказалась доза в 470 миллиграммов кофеина. Подросток был совершенно здоров. Есть некие врожденные аномалии. Строение, например, проводящей системы сердца, каналопатии так называемые. Эти люди, например, могут при прыжке в холодную воду, у них может быть остановка сердца. И пока такого случая не произошло, он считается здоровым, имеет нормальную кардиограмму, никаких пороков, ничего, да? Так пить или не пить?
Однозначного ответа не даст никто. Традиционно считается, что кофе скорее вредит здоровью. Попытка себя простимулировать кофеином, когда вы устали, когда вам надо отдохнуть, это как взять кредит в банке. То есть рубль взял, 5 отдай. Но на самом деле сегодня не существует ни одного утверждения о негативном влиянии кофеина на сердце, которое не было бы многократно опровергнуто. Несколько лет назад китайские ученые решили доказать, что кофе не только не вреден для сердца, но даже полезен. Они исследовали 200 тысяч добровольцев и выяснили, что у людей, позволяющих себе несколько чашечек кофе в день, аритмия развивается на 6% реже, чем у тех, кто его не пьет совсем. Спор среди экспертов вызывает и вопрос о безопасном количестве кофе. Сколько чашек в день мы можем себе позволить без ущерба для здоровья? Мы решили выяснить это опытным путем. Чашечек кофе, пожалуйста. 10 чашечек. 10. Хорошо. Проведем эксперимент. Измерим давление и пульс и начнем пить натуральный молотый кофе. В процессе будем повторять измерения и посмотрим, после какой чашки бодрящего напитка все же лучше остановиться. Для чистоты эксперимента проведем измерение перед употреблением кофе. Мое давление 112/69, пульс 60. Вот такие вот результаты перед началом эксперимента. Мы остановили свой выбор на эспрессо. В нем больше всего кофеина. Угу. Раз, два, три, 7. Еще 3, пожалуйста. О, спасибо. На здоровье. Ну, на здоровье или нет, мы сейчас посмотрим. Приступаем. Убедительная просьба, не повторяйте, пожалуйста, этот эксперимент самостоятельно. Он может быть опасен для вашего здоровья. Выпиваем чашку эспрессо и повторяем измерения, чтобы понять, как отреагирует организм на небольшую дозу крепкого напитка. Первый. Пошел. Так. Удивительно, результаты изменились. 136/82 давление и 73 пульс. Вот что может сделать всего одна чашечка эспрессо. Если давление так подскочило после одной чашки, что же будет после 5? Скоро мы продолжим эксперимент и выслушаем мнение кардиолога. А пока выясним, почему же ряд специалистов считает кофе полезным для сердечной мышцы. Оказывается, все дело в хлорогеновой кислоте. Этот элемент обладает гипогликемическим и противоопухолевым действием. Проще говоря, помогает сбрасывать вес и защищает сосуды сердца от воспаления, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Он дает долгосрочный эффект для омоложения не только нервной системы, но и сердечно-сосудистой системы. Однако не спешите записывать кофе в список безопасных напитков. С ним все не так просто. Кислота, защищающая сосуды сердца, в то же время разъедает стенки желудка, что может привести к гастриту и даже язве. Кофе обладает уникальной способностью уменьшать кислотность желудка. То есть, другими словами, употребление кофе до приема пищи, оно, как минимум, не полезно, поскольку резко уменьшается содержание соляной кислоты, и пища, которая поступает потом уже в желудок, она не может полностью подвергнуться пищеварению, и она уходит в другие отделы желудочно-кишечного тракта, что в дальнейшем приводит к нарушению пищеварения. Не пейте кофе натощак. Это может привести к язве желудка и гастриту. Однако совсем исключать кофе из утренней трапезы тоже не стоит. Дело в том, что это очень питательный напиток. В сыром виде он содержит более 10% белка. Только вот при термической обработке это полезное вещество разрушается. И кофе не просто теряет питательные свойства, но и становится по-настоящему опасным. При обжарке кофе образуются некие канцерогены. Акриламид, к примеру, канцероген, который в дальнейшем может провоцировать развитие каких-то раковых опухолей. И это является основанием со стороны онкологов осмотрительно подходить к выбору этого напитка. Именно поэтому врачи рекомендуют кофе легкой и средней степени обжарки. Но если вы привыкли наслаждаться чашечкой ароматного напитка во время завтрака, спешим вас предостеречь. Запивая еду кофе, вы мешаете усваиваться витаминам, а также железу, кальцию, калию и цинку. Выпив чашку кофе, съешьте 15 граммов миндаля. Это вернет баланс кальция на должный уровень. А вот как быть любителем кофе на ночь? На протяжении многих лет врачи считали, что этот напиток обладает только тонизирующим действием, и пить его перед сном не стоит.
Кофеин, он стимулирует, во-первых, выработку адреналина, с одной стороны, а с другой, есть интересная субстанция, которая, вещество, которое оказывает влияние на процессы засыпания. А вот это вот тормозит кофе. И получается так, что употребление на ночь, люди, которые не привыкли к злоупотреблению, для них это, ну, как минимум, к бессоннице приведет. Однако в последнее время появилось несколько «если». Оказывается, кофе вредит сну далеко не всегда и не у всех. Есть замедленные там, медленные метаболики, то есть замедленный метаболизм кофеина, у которых выводится очень медленно, и он поддерживается высокая его концентрация, это достаточно, им достаточно двух чашек кофе. Есть люди, которых, вот, кстати, они могут выпить буквально во вторую половину дня, да, и часто это не вредит их психическому состоянию, не нарушает их качество их сна. А есть люди, которые генетически, да, они очень быстро у них разрушается кофеин. Вот это быстрые метаболики, а есть медленные метаболики. Вот этим людям, как правило, более двух чашек не рекомендуется, и только в первую половину дня. Иными словами, если у вас замедленный обмен веществ, предпочтите вечернему кофе другой напиток. Им врачи рекомендуют воздержаться от кофеина в течение всей второй половины дня. Употребление кофе, допустим, в утреннее время, дневное время и вечернее время, оно по-разному влияет на уровень сахара в крови. То есть было выявлено, что утреннее потребление кофе больными сахарным диабетом повышает уровень сахара порядка на 8%. В дневное время в 2 раза больше, еще больше в вечернее время. То есть употребление кофе, оно, конечно, рекомендовано больше в первой половине дня. Но вернемся к нашему эксперименту. Выпито 7 чашек кофе. Что покажет тонометр? Честно сказать, мне кажется, организм начал подавать мне какие-то знаки. Но я пока все-таки хочу ради науки попробовать дойти до конца. Знаете, мне кажется, я даже уже слышу, как сердце стучит. Пытается до меня достучаться оттуда. 119, 82, 71. Это после 7-й чашечки эспрессо. Все время прыгает. Кстати, важное правило для тех, кто любит тренировать сердечную мышцу. Кофе не подходит для утоления жажды во время занятий спортом. В жару пить его тоже нельзя. Кофеин действует на организм таким образом, что он сужает сосуды, но, тем не менее, расширяет почечные сосуды, что, в свою очередь, способствует мочегонному эффекту. Поэтому, в принципе, вместе с кофе, точнее, после кофе, желательно употреблять просто чистую воду, чтобы не было обезвоживания организма. Каждый миллилитр кофе должен быть восполнен таким же количеством влаги. Поэтому, если вам смертельно хочется кофе, держите наготове бутылку с водой. Каждую чашку кофе запивайте таким же количеством воды. А вот пить в жару чай, наоборот, полезно. Только не холодный, ароматизированный из бутылки, а настоящий, свежезаваренный, листовой и обязательно горячий. Во рту человека есть специальные рецепторы, которые при попадании на них горячего дают сигнал мозга. Организму жарко, пора охлаждаться, потеть. Кроме того, горячий чай обладает еще несколькими полезными свойствами. Он защищает организм от перегрева, расширяет кровеносные сосуды, выводит токсины и шлаки, способствует лучшей циркуляции крови и балансирует работу внутренних органов. Там есть еще много антиоксидантов, широкая вообще линейка вот этих всяких разных дополнительных биологически активных веществ. Их много, и важно просто для себя подобрать те, которые по ощущениям дают вам хороший эффект. Казалось бы, трудно найти более безобидный напиток, чем чай. Однако и этот продукт таит в себе множество неприятных сюрпризов. Смотрите далее. Каков на вкус чай с альдегидом? Был немножко странный аромат, но я подумала, ну ничего страшного, это же новый чай, я ни разу его не пробовала. Что может вызвать анафилактический шок? Катастрофа. То есть вот эта вот химия. Убойная доза кофе. Я не знаю, как она выпила 10 чашек. И что делать, чтобы не стать кофеинистом? Обязательно нужно вызывать уже скорую помощь. То есть человек с этим эффектом уже не справляется. Чай в пакетиках – все равно, что кот в мешке. Что там внутри? Пыль индийских дорог, отходы производства или откровенная синтетика? Посмотрите внимательно. Видите эти белые вкрапления? Это так называемые ароматизаторы. Настоящая химическая бомба. Бодрит и тонизирует. Эти качества сделали Анну Макарову заядлой любительницей чая.
Я пью чай всю жизнь. Еще мой папа поил меня чаем, уже начиная где-то с 3 лет. Сейчас я вообще не представляю себе даже свою жизнь без чая. То есть я просыпаюсь сразу, пью чай. Днем на работе обязательно. То есть чай — это единственное средство, которое помогает мне справляться там, с сонливостью. Правда, теперь девушка знает, что прилив энергии и хорошее настроение – не единственное, чего можно ожидать от любимого напитка. И я купила чай, пришла домой, сразу же заварила его. Ну, был немножко странный аромат, но я подумала, ну, ничего страшного, это же новый чай, я ни разу его не пробовала, почему бы нет. Анна приобрела чай в пакетиках с красивыми ягодами на упаковке и обещанием аромата земляники. Выпила, и практически сразу, может быть, не прошло и часа, как я стала себя плохо чувствовать. Какое-то легкое недомогание, сначала жар, потом через час у меня увеличилась температура, и к вечеру я покрылась какими-то пятнами, то есть они были на лице, немножко на руках, небольшой зуд. И после этого я померила температуру, оказалось, что у меня 40, родители вызвали скорую, и я тут же попала в больницу. В больнице поставили диагноз – крапивница. Это частый симптом пищевой аллергии. Сопровождается сыпью, зудом, повышением температуры и снижением артериального давления. Обследование показало – причина приступа – химический ароматизатор альдегид, тот самый чай с ягодами. Я пролежала в больнице 3 дня под капельницей. Мой ребенок остался с моими родителями, для него это было очень тяжело, ну, для меня, конечно же, тоже. Мало того, мне ничего нельзя было там есть, то есть меня там только на 2-й день покормили каким-то прозрачным бульоном. В общем, очень неприятная история получилась, и после этого вот 1,5 года я не пила чай, и только сейчас вот потихонечку начала возвращаться. Аллергия может стать причиной анафилактического шока, острого состояния в 15% случаев, приводящего к смерти. А вызывают аллергию ароматизаторы, которые есть в чае. Альфа-ионон, цитронелла, земляничный альдегид. Вы купите чай с такими добавками? Вот потому производители кладут в них минимальное количество фруктов и трав. Лишь для того, чтобы написать на упаковке «чай с земляникой», «чай с лимоном» или «чай с мятой». На самом деле любой ароматизированный чай далек от натуральности. А вся вот эта синтетика, все вот это искусственно созданное, его просто не должно быть в еде. И никто не знает, в какой дозировке и каким образом это вещество может реализовать наши генетические поломки и привести к заболеваниям. Врачи советуют, если после употребления чая у вас появляется сыпь и зуд, повышается температура, закладывает нос или становится трудно дышать, выясните, какой компонент напитка не переносит ваш организм. Пройдите обследование, чтобы выяснить, какие именно компоненты не переносит ваш организм. Если ваш организм так болезненно реагирует на компоненты напитка, это плохо. Но если он перестает реагировать на сам напиток, еще хуже. Значит, вы зависимы. Кофеинизм. Слышали о такой зависимости? Кофеинист, говорят медики, сродни кокаинисту. После дозы испытывает легкую эйфорию. За это отвечает гормон счастья – допамин. А потом наступает ломка. Дрожь, подергивание мышц, раздражительность, головные боли. И человек снова тянется к кружке. Подсесть таким же образом можно и на чай. Чай – это вот чистый кофеин. Кокаин и кофеин, они действуют подобно тому нейромедиатору дофамину. Да? Они нас возбуждают. Они, кофеин дарит энтузиазм, желание чем-то заниматься, да? Такое ощущение прилива физических сил, да? Улучшение эмоционального состояния, прилив бодрости. Подавляет желание спать, да, то есть подавляет сонливость. Все тоже, конечно, на короткое время. Способы борьбы с этой зависимостью до конца пока не изучены. Но заподозрить ее у себя можно, если вы выпиваете в день больше 5 кружек кофе или 4 зеленого чая. В дозе свыше 500 миллиграммов кофеин может вызывать интоксикацию, отравление. Ее симптомы – тахикардия и аритмия, расстройство желудка, повышенный диурез. В тяжелых случаях добавляется тремор конечностей, спутанность сознания и речи, светобоязнь. Кофемания – это болезнь, но почему-то они говорят достаточно мало, да, и редко. Поэтому люди редко приходят, но осознанно обращаются именно к психотерапевтам или к наркологам для лечения кофемании или чаемании. Если кофеиновая интоксикация повторяется изо дня в день, организм приспосабливается к новому режиму работы.
Кофеин перестает вызывать ощущение бодрости, но без очередной чашки человек оказывается неспособным выполнить самые элементарные задачи, чувствует подавленность и упадок сил. Два раза в день – это хорошо, утром и, там, скажем, в обед, да? Но если это делать часто в течение дня, и того человека, который и так бегает, как белка в колесе, то это еще больше забирает его силы, еще больше, ну, быстрее приводит к процессам разрушения всей нейромедиаторной системы. Ну, так скажем образно, да? Непомерное потребление кофе вызывает галлюцинации. Оказывается, это вовсе не миф. Кофеин активизирует кору надпочечников, что провоцирует панические атаки. Симпатоадреналовые кризы, да, но это больше связано уже с, так скажем, вегетативной нервной системой. Ну, это аритмия, это повышение артериального давления, это нарушение аритмии, это нарушение ритма. Это жизненно опасно, да, это сопровождается тревогой. Это может сопровождаться вплоть до панических атак. Это нарушение сна, это непродуктивная деятельность. Человек суетится, но сконцентрировать свое внимание на жизненно важных делах он уже не может. То есть это обратное, обратный эффект дает. Значит, 5 чашек кофе в день – это уже опасно? И тут однозначного ответа нет. Кофеин, оказывается, помогает снизить риск рака груди. Сенсационное открытие сделали шведские ученые. Их эксперимент показал – кофеин выключает сигнальные пути к раковым клеткам. Они медленнее распространяются и гибнут. А у тех, кто выпивает по меньшей мере 5 чашек кофе в день, на 20% снижается риск меланомы. Но насколько можно доверять этим выводам? Отечественные медики сравнивают их с гаданием на кофейной гуще. С одной стороны, кофе увеличивает риск развития мастопатии. С одной стороны. А с другой стороны, также были проведены масштабные эксперименты в Соединенных Штатах, когда было показано, что, опять же, умеренное потребление кофе приводит к резкому уменьшению риска развития колоректального рака. Это рак толстой кишки. Опять же, другие оппоненты говорят, что кофе может провоцировать, наоборот, рак желудка. Способность кофе бороться с раком окончательно не доказана. А вот его связь с течением других болезней давно очевидна. Мы не рекомендуем употреблять кофе лицам с ожирением, с избыточной массой тела, поскольку кофе является неким таким, примитивно говоря, закислителем организма. Закисляет организм, то есть приводит к окислительному стрессу. То есть, другими словами, происходят некие метаболические нарушения у людей, которые на стадии снижения веса употребляют кофе. Для лиц, которые имеют склонность к изъязвлению или имеют уже язвенную болезнь желудка, для них кофе противопоказано, потому что кислотность увеличивается, и это неблагоприятное влияние оказывает в дальнейшем на состояние слизистой желудка. Больные с гипертонической болезнью, им не рекомендовано злоупотребление кофе. Так что, если вы не уверены в том, какое действие кофеин окажет на ваш организм, врачи советуют пройти специальный тест. Иммунодиетологический тест, так и называется, который позволяет нам определить круг продуктов, которые, попав в организм, вызывают некие реакции, которые нежелательные. И в дальнейшем мы можем это исключить. И, конечно, не забывайте о главном. Во всем нужно знать меру. Только какая она, эта мера? Говорят, французская долгожительница Жанна Кальман выпивала по 10 чашек кофе в день и при этом прожила 122 года. Ее соотечественник Анаре де Бальзак мог позволить себе 60 чашек. Он прожил всего 51 год, зато написал множество гениальных романов. И все же, если вы не претендуете на литературные лавры классика, экспериментировать над здоровьем не стоит. Лучше последовать рекомендациям специалиста. Считается, что около 1 грамма в сутки, если человек употребляет кофеина, это норма. Но это примерно 3 чашечки кофе, где-то по 150 миллилитров, такого вот, если его заварить. Ну а мы продолжаем выяснять, какое влияние на организм здорового человека окажут 10 чашек кофе. Промежуточный итог – небольшой скачок давления. Еще пара чашек, и узнаем, чем все закончилось. Мне даже страшно произносить вслух количество выпитых мною чашек эспрессо. Это 9-е. Ну, знаете, на самом деле, конечно, самочувствие не ахти. Организм явно недоволен. Ну, давайте уж ради эксперимента мы закончим, допьем 10-ю чарочку и проведем все измерения. Да, сердцебиение учащается.
И даже мне кажется, слегка кружится голова. Наверное, все-таки мы не будем заканчивать с риском для здоровья этот эксперимент. 1/10 чашечку я не допила. Считаем 9,5 и повторяем измерения. Итак, перед началом эксперимента давление было 112/69. После 9,5 чашечек кофе давление поднялось до 132/73. Это существенно. Я это ощущаю. Слегка кружится голова. И мне хотелось бы послушать, что скажет кардиолог. Двойной эспрессо – это крепкий напиток, да? Но он маленькое количество какое-то. А попробуйте выпить больше. Кстати, из-за влияния кофеина на желудок будет тошнота, если вы перепьете. У вас может там заболеть голова, не знаю, определенная тошнота. Просто это невозможно, мне кажется, выпить там. Вот я не знаю, как она выпила 10 чашек. Итак, не забывайте главные правила любителей тонизирующих напитков. Пить не больше 3 чашек кофе в день. Жару запивать его водой, а лучше еще и заедать миндальными орехами. Не употреблять кофе натощак. Пить чай и кофе не раньше, чем через 20 минут после еды. И убедиться, что у вас нет аллергии на компоненты напитков. И последнее. Если вы совсем уж устали или вам срочно нужно проснуться, не спешите хвататься за очередную чашку кофе. Оказывается, всего 10 минут физической активности вызывает больший приток энергии, чем ударная доза кофеина. Так что чаще двигайтесь и будьте здоровы!